Зайдя на сервер, у нас был план занять остров и отстроить деревню ютуберов. Но вы ж меня знаете, просто в моих роликах ничего не бывает. На наш остров напал клан, и мы решили устроить им сюрприз. Минус, я взорвал его! Я его взорвал, ребят, лутайте его! Корову. Вас ждет поистине эпичное выживание с огромным количеством ютуберов. А еще, мне сегодня 21, и я ни на что не намекаю, но было бы неплохо, если бы вы поставили лайкосик, написали комментарий и рассказали об этом видосе друзьям. Ну а начнем мы историю с самого начала, сразу после рекламки. Ха-ха-ха! Сервер меня сразу встретил новой графикой. О-о-о! Смотрите на эту графу! Покажи остров, Чизер. Беги к острову сразу. Он просто пушка. Беги, вот это? Чуваки, это лучший остров вообще на свете, вы врубаетесь? Мы нашли остров и решили посмотреть на него поближе. Но для начала нам нужно было встретиться. Я на О1. Да, я у метро. Ой, сейчас я подойду вот там, туда, да, беги туда, туда беги. Там еще будет жарко. О-о-о, иди сюда. О, здорово. Бомб с копьем. Это не наш? Нет. Он умер. Доктор, 10 FPS. Серьезно? Я заформлю, у меня нож есть. И добежав до этого острова, мы увидели, что он нам не подходит, так как он слишком маленький. А по пути у меня постоянно встречались бомжары, и мне приходилось с ними расправляться. Короче, я лодку нашел. Можно сразу гараж построить для нее. Так, у меня в принципе есть ресы какие-то. Офигеть, я себе домину отбабахаю здесь, ух. Я не понимаю, что я сейчас строю, но тут должно быть что-то интересное. Я опять отстрою какое-то гав... Короче, я отстрою свой первый домик. Прямо напротив маяка. Мужики, меня в воде убили. Вы можете убить, типа, в воде? И вот я вот только что сдох, там до хера ресов. Ну и, конечно же, я решил помочь слюне. Давай, если что, буду подсветкой байтом. Поехали. Попал. Хорошо. Я его не вижу. Сейчас бить буду, прямо передо мной. Давай, поехали, давай, дальше. Садись. Я могу копьем его забить, просто высади меня. Он умер. Он от кого-то умер. Ребята, вы лучшие, а теперь я буду даже этот, как его, очень рад, что мы играем главным. Поехали. Я достроил свой домик и побежал лутать маяк, где сидело очень много бомжей. Минус 2. Минус 3. На маяке еще один тип. Вы, кстати, видели? Теперь метро прям в РТ находится. Ну, они говорили, то, что они их интегрируют, да. Интересно. Кто там с луком целится? Все кто? Свои на острове? На коне, на коне. Дал хит. Не факт, но на острове только трое. Убил. Ну, а потом мы и вовсе решили поставить общий первый верстак. Воткни просто на центре где-то, я сомневаюсь, что бомж какой-то заберет. Короче, давайте. Вот прям здесь, ближе ко всем будет. Просто бам. Отлично, вон, первый верстак есть. Все, давайте, это за счастливый вайп. Не, стой, давайте все вместе, только на счет 3 эту эмоцию прожмем. Давай, 3, 2, 1. Че, развесни меня, сука. Прикиньте. Чизи, ты тут? Да. Чизи, подойди, пожалуйста, ко мне. Отхуярь панихиду, он забрал мои ресурсы из-за того, что я вижу. Строить на них дом. Блин, помоги, нахуй меня горит. Чего я не забирал, пошел ты. Чизи, помоги.
да чё я сделал, ты хуйня, блядь. Лёшка, хуяр, не слушай его, заряжай тетиву, блядь. Заткни свой рот! Ну а так как у нас была лодочка, мы решили поутать водичку. Так же сейчас шёл, смотрю. Лодка. О, ща вылетит, смотри, и мы его убьем. На него прям левее идем. Лодки. О! Нормально. И так как мы нафармили дерево, нафармили, мы решили сразу отбабахать нашу лодочную и загнать туда вторую лодку. Ну а потом мы поехали на самую дальнюю РТшку в целях найти красную карту. Так, посветите, найс, тут останемся. Все, я активировал софт, можешь забегать. Я зашел. Открыл. Угу. Поехали, Стич, быстрее. Оп. Шарк, ты же акула, плавь давай. Давай, давай. Где-то здесь он должен быть, ищите. Я багую. Он назад плывет, назад, влево, чизи, на С, на С, быстрее. А, так сядь, ты чё? Убил. Нормально. Хорош. Я пимер. Это БЗЗ. И как только мы собрались уплывать, на нас выбежала самая малость типов. Не, уходим. Смотри, сколько их. Бля. Господи. И меня убили. Я улетаю. Надо было сразу уплывать, чёрт-то долго. Там 8 человек. Я откис. Я сдох. Мы потеряли самое ценное — карточки, и мы решили разделиться, чтобы их найти. Пусть тут. А еще на наш маяк постоянно нападали какие-то бомжики, которые построились прямо возле нас. Да, не перерабатываются. Давайте, ночная суета. Давайте. Он мне башку дал. А, мне тоже кидали, я не вижу. Кидал. Дал хит! Убил! Хорошо. Стич, там много их. Убил одного. Они убегают, двое убегают. Меня убили. Такие соседи нам были не нужны, и поэтому мы решили их выселить. Мы собрали самую малость людей, скрафтили мачетки и решили наведаться к ним в гости. Ну, конечно, такая орда, это... Кто такой секретный агент? Давай прыгай. Я дамажу потолок. Изи рейд получается. Да, наконец-то собрались. Рейд за 700 металла. Пацаны, быстрее. Рубим их! Рубим! Работаем! Отходите, я вас пальпа выйду. Ну хотя давайте зарежем вот и все. Можем просто зарезать. Он закрылся. О, шкаф. Ремнуть. Есть еще инструменты у кого-нибудь? Открыл! Опа. Пробегай! Глуши. Так, нормально. Он еще отбивается, серьезно? Меня убили, да их трое. Я надамажил его очень сильно, я умер. Зашел. Хорошо. Бегите, все. Что, свои? А, так пройдите. Вы меня убиваете, алло. Убил. Ты меня убил, чувак. Они все задиспавнили. Заходим. Ой, о, хорош. Лутаем. Тут карточки синие есть. Синие карточки. Синяя карточка, да? Да. Отлично. А пока остальные ютуберы занимались островом, мы с Шарком искали противников. И нашли клонину у сферы, которая нам не давала ее поутать. И сюда идет антирад. Вижу. Он нас увидел. Ты можешь подбавить и типа сдохнуть от него. Все верно. И он тебя чекает. Пушит тебя справа. Мы стабильно сидели у них под хатой, и они вычислили, куда мы бегаем, на остров, и пришли к нам. Хорош. Они отходят. Да, они отходят, все.
Не, такое. Я в тупике пока что. В этот момент, к сожалению, противостоять им мы не могли. У нас были только ревики. И поэтому мы с Шарком приняли решение пойти полутать метро и найти пушечки. Сейчас бы ракетницу найти. Обратно едут, обратно едут. Сколько их там? Они сейчас обратно поедут. Есть чем хилиться? Мне кажется, мы в говне. Едь, беги, беги. Пофиг. Сколько их? Чувак, меня просто как с пулемета пашет. Одного убил. Забей. Не, это смерть. В этот момент я подумал, что уже все, хана, и я от них не убегу. Но тут случилось чудо. Я забрал вагонетку, я уехал. Ты живой? Чел, я выжил, я уехал от них. Я их вагонетку спер. А потом мне повезло еще больше, я нашел берданку. Вот теперь можно будет и поиграть. Я выбежал, все. Забрал, ушел. Тут кто-то файтится жестко, я не знаю, свои, не свои. Кисик. На харборе есть. Кисик тут стреляется, надо у них спросить. Да, это большой пати. Алло, ребят, это вас убили? Это да. Вас убили? Сколько да, их? Да. Один, он один остался. Я здесь, я в метро, где он? Он в самом низу сидит. Я его убил! Как ты вовремя, что вообще? Мы троих развалили и упали все от блитинга. Вставай. Поднимаю. Господи. Блять, вот это тебя сам Бог послал нам, блять, сейчас. Мало того, что я спас своих, так я еще и налутал огромное количество компонентов, которые я переработал и смог бы уже изучить берданку. Просто неужели я с берданкой? Вау! Просто вау! Спасибо. Теперь нам нужен металл. Кто там? Прием. Отзовитесь. Проходите. Так, мы это изучили, сейчас патрон изучим. И можно крафтить берды. Прием, как слышно. У Харренса уже стоял второй верстак. Я изучил берданочку и побежал крафтить ее у него. О, второй верстак, все, крафтимся, да? А после мы решили сбегать немножко пофармить и наткнулись на аирдроп. Минус башка, убил. Бомб шутает, дроп. Бур! Братик, бур! Уходим отсюда! Убегаем. Просто текаем наверх на горку. Давай, откуда мы пришли, туда идем. И вот мы выбили бур. Я нафармил очень много ресурсов, но, к сожалению, убежать оттуда я не смог. Меня убили! Шар! Бля, я убегаю. Нас убили клан ND, и я понял, что мы к ним скоро еще вернемся. А у меня как у тебя перс, да? Полностью? Вас. Нет. Только волос еще другого цвета, я рыженький. Я планировал расширить свой домик, поэтому отправился на фарм. А также я по пути фармил всех фармеров. -2. Мое развитие шло по плану. Я заправил все свои печки и решил обустроить мою чизерку. Ну вот, отличный домик у меня получается пока что. Ну вообще мне домик этот уже нравится. Тут я сделаю выход на крышу. Тут я, возможно, все застрою и будет вообще чики-пуки. А еще на нашем острове были постоянные ютуберские разборки. А, это свои? Я думал, вас кто-то убивает, кек. Да, какой талант. Красота. А что это такое белое? Это пузико его? Это подушка, типа. Сейчас я доктора убью, подожди, он не знает об этом, интересно? Сейчас, подожди, я его убью. Так, прыгать на мне не надо, я эти приколы знаю. Да я разок.
Один фулл дед. Полутать метро у нас в первый день абсолютно не получалось. И я быстро переключился на сферу. Кто это такие? Почему они по КД здесь сидят? Ну, они меня сейчас приведут толпой душить, да. Очевидно. А-а-а, разрабы сделали вот так. Теперь на сферу не надо прыгать. Прикиньте. Тут балки больше этой нет. Тут мостик. На сфере я сидел около часа, и так как онлайн большой, я лутал ящики каждые 5 минут. Я соплю нашел. Скраб фармился на сфере просто с невероятной скоростью. А еще у меня была сопля, которую я сразу же решил кинуть. Я кину сюда сопельку. И буду надеяться, что выпадет сишка или что-нибудь ценное. О боже мой! А ну пошел вон с моего острова, Лёша! Кто разрешал тырить мою тыкву? Оп, оп. В принципе, нормально. Ну, в принципе, для первого дня дом у меня неплох. А на следующий день на нашем острове поселились мыши, которые сидели под дверью. И мы решили их выселить. Там гантрап аккуратно стоит. Гантрап. Стой. У меня патронов нет. Есть, Патрик. Все открыто. Все заполочено. Надо ломать и это. Уйди, 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 уйдите, сейчас взорвемся нафиг. Срила, мне кажется. Вот, а, вот, а. Ну что-то такое, ну ладно. Оп, слышали, да, слышали, у меня третий верстак в доме стоит. А, знаете, как бы. Я думаю, нам надо полутать сейчас сферу, да? Ну, чисто ходочку такую сделать. Думаю, да. И потом надо будет отправляться пофармить металл, потому что у нас ничего нет уже. Но лутать сферу собирались не только мы, но и клан-геймеры, которые жили прям впритык. Он здесь на сфере у нас? Да. Меня убили. Убил, убил. Еще один. Я его убил. Я второго убил. Все. Отлично. Лутай. Я топ-сет натяну. Давай. Еще один коптер летит сюда. Понял. Я рейди. Я вниз. Я жив, я внизу. Блин, они спрыгивают, они спрыгивают. Или это ты? Нет, меня убили. Меня снизу стомика убили. Я без хп, ты можешь прийти ко мне. Напряжен, очка была. Они ко мне летят. Я вижу. Он жив? Да. Один мертв. Калашист. На тебе коня, слышишь? Попробуй на коне уехать, я тебе коня подвезу. Давай, 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 давай. Конь дохлый. У меня 7 хп. Меня сбрили. Вдвоем мы с Шарком не вывозили, и потом к нам присоединился Артур Мэджиков. А, господа, вы что делаете? Бегаю. Сферу лутали. А вы не хотите подраться куда-нибудь сходить? Пойдем. Все, вы все взяли? Да. Да. А мы поплывем или что мы вообще будем делать? Там можно просто пойти по роуме, там Кайра сходить. Ну окей, погнали. Минус. Убил. Забираем пешку, уходим.
Все, забираю, уходим отсюда. Короче, я инвентарь двушек украл. Я этому обрадовался очень. Жан, давай кого-нибудь в крысу. Вообще! Меня победил убило. Я извиняюсь, я чихнул слюни, честно. Понял тебя, блядь. Ну а после нескольких файтов мы решили собраться всей толпой и побегать поуничтожать весь сервер. Томик. Они уже рядом. Прям тут, да. Там можно варка. Я томик заберу? Свои. Это наш, да, это хватай. Наш. Дал хит у меня. Минус башка. Убил одного. Убил. Хорошо. Ничего справа. Дал хит. Башку дал, башку два дал. Дал два хита. Хорошо, там упал. Есть что-то лутать, нет? Не-не-не, я фул забрал. Трое слева пушат. Сзади, сзади, двушечек. Поднимите. Убили своего. С хаты слева вылазить, слышишь? Двоих убил. Крыша, крыша, слышь, мужики, помогите. Крыша ебашит. Слева от стены. Я чекаю крышу. Я бегу. Лутай, шарк, тут впереди трупы, лутай их. Надо калаш забрать хотя бы. Не свети фонариком, не свети. Один минус с МПшкой. МПшка минус. Убил, забрал калаш, забрал ЛР-ку. Сзади бомж. Убил. Еще один, убил. Я уже здесь, мужики, я близко. Давай. Убил типа. И чтобы скрафтить ракетки вот на этот малюсенький домик, нам нужно было подфармить еще немножечко скрапа. А где можно было нафармить скрап? Правильно, на сфере. Один на сфере умер. Хорошо, мы подходим. Еще один спускается. Уже с дома бежит, с металл дома тебе бежит уже. Еще один тип бежит на 150. Я могу дропнуться вниз. У меня 500 скрапа прямо сейчас. А, попробую, попробую. Они уже под этим, под сферой, Дима. Я жив, я убегаю. Убегай в сторону воды. Я убегаю, у меня 40 труп, у меня куча компонентов. Просто миллиард, 8 корпусов. Нет, да, они да, да, они... Они за тобой чизят, они за тобой побежали. Они меня чизят? Да, вдвоем далеко бегут. И на этот раз клановые игроки догнать меня не смогли. Лут я засейвил. Постепенно все игроки в нашей деревне развивались, расширяли свои владения и обустраивали наш остров. А вы типа мажоры, что, да? Что за фаер-шоу у вас? Откуда вы нашли 5 сопель? Так где? Вышло. У тебя еще и класс 4х. Ужук. Я вон тачелу сейчас поизучал, короче. Вот мне металл нужен, и мы будем на тачках ездить. О, кстати, я тоже фул. Я топовые запчасти изучил. Да, 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 я тоже. Надо мост тогда будет вместе возвести. Кинемся потом в один мост. Да. Очевидно, у вас тут гантрап. Нет, нет, мы... Я разделился. У вас еще ни одной двери нет? Нет. Серьезно? Да, да, да. И сверху бункер. О, я тыковку у вас заберу, покушаю. Чтобы нафармить побольше скрапа, нам нужно было объединяться в группы, потому что на этом сервере играли зерги, и мы решили в дуо со Слюни попутешествовать по всей карте и поискать фармил. Предлагаю на Эрфилд побежать. Да, да, я уж давно туда хотел сходить. Ладно, чел, я в этом лайпе дальше, ну, дальше не заходил. Я тут рекорды ставлю. Вижу типа. Да. Готов. У него Томпсон. Вниз полетел. Два хита, да. Ну, у него он камень фармил. У него еще питон есть. Слушай, Томпсон куда-то вниз улетел. Приписка изи. Томпсон вниз улетел. Нашел. О, нашел. У меня тип в антираде. Fuck off! О, чувак! Миллиард компонентов на мне. Один минус. Я фуловый, если что, и так. Девять пружин.
И практически все компоненты, которые мы выбивали, мы сразу же перерабатывали, так как нам нужно было очень много скрапа. А еще мы решили сбить вертолетик. Да-да. Давайте начинаем. По моему дому. Сбил. Все. Прям в воду. Сбили? Да, да, прям в воду. Надо лутать срочно. Я был гидронюхич. Есть гидронюхич? Должен быть. Ее можно, ее без него можно залутать. Очки нужны для плавания. Слишком ракеты. Где? Дайте запалиться. Уже поздно. Уже поздно. А где еще ракеты? У меня скоростные сжигалки. Давайте просто положим все в лодку. А есть еще что-то? Есть еще что-то? Я нашел ящик. Патроны. Клану на сфере то, что мы сбивали вертолеты, не особо нравилось, и поэтому они прибегали к нам. Но на этот раз мы уже были готовы к этой войне. Видел, но это далеко, они нас с крыши убьют нафиг. Минус один, топ гир. Я забрал один калаш. А тут вообще есть кто-то, нет? И стоит убить только одного из них, как вся кланина начинает бежать за тобой. За мной калашисты идут, мы можем принять их, алё. Я их бачу, я их бачу дальше. Да, он идет за мной, я поймал чувство дежавю, слушай, они сейчас за нами пойдут. Убил, МПшку полутай по домам. Нет, тоже нет. Дал башку, три хита, он убил. Он умер. Садится, коптер садится. Коптер сел. Слева. Смол стэш! Кого? Я что сказал? Спина. Два хита дал. Их тут много. Минус, калашист. Поднимите меня, кто-нибудь. Поднимаю, шарк. Минус еще, калашист. Три хита справа, да, на коптере. Говоришь? Три хита, коптер. Секунду. Минус, калашист. Нахуй, пожалуйста, помогите, блядь. Убил одного! Еще один! Я второго вроде один, убил на горе. Один без головы. Нет, он выжил. Еще гора. Минус гора один. Без головы. Сферы пятка, ребята. Кто-то сойдет. Я с калашом. Я МПшку забрал. Мой тут, парни, залутайте. Мой калаш. Кто угодно на коптер, кого есть. Сядьте, улетайте, калаш нашел. Чизи, садись на коптер. Суни, пересядь. Нет, я сяду, у меня два калаша будет. Все, давай. Ко мне, полутайте, тут трупы залутанные. У меня топ-гир! На мне вот в этом трупе топ гир, полутайте. Хорош, чуваки, хорош! Вот это было красиво сейчас. Лучше. Эту битву мы выиграли, но не выиграли войну. Пока ребята переплавляли серу, мы решили посмотреть, как поживает домик клана НД. Это стенка, это полубок, я уверен. У нас МВК есть? Вижу. Я тебе скинул МВК. Я делаю вот. Под тобой. У тебя сколько дерева? Крафчу. Это фундамент, смотри, 300. Вот. Пролезем, наверное, да. Вот этот фундамент, по-любому пролезем. Кругом. А, стойте, есть идея. Сейчас Чизи, подожди. А, давай я тебя... О, стой, пропихну. да, пропихни меня во стрелку. Скин. Сюда. Оп. Блин. А, смотри, дом говно внутри. Да, есть. А, ты посмотри, нет, дом-то не говно. Дом вот такой. Я понял, я вижу. Увидев этот домик, мы сделали вывод, что дом говно и дом-то не говно. Как бы странно это ни звучало. Накрафтили ракеты и были готовы уже делать бум-бум. А где вход в эту? Готовимся к рейду, гайс. Поехали. Бля, как же это выглядит. Ну это круто. А теперь похлопай. Убирайте теперь ПК. Раз, два, три. Вроде не было получилось. Кто у меня на голове стоит? Давайте тогда сразу в рамку. Стоп, а где фотка? Отправляйте. Он не сфоткал. Ясно. Раз, два, три. Может, правда лучше это? Она не сфоткала. Почему не фоткает, алло? Тыкайте. Скрин сделай, хватит уже. Ходят слухи, что доктор до сих пор пытается нас сфоткать. Найс, ну ё-моё.
Поехали. Еще три. Раз, два, три. Пошел. Заходим. Вы что за дом решили забахать? Он же гигант. Все, окей. И еще одну дверь бахай. Еще одну дверь. Отойдите. Отлично. Дальше. Открыто. Еще дам. Я еще... Тут давай, нет турели. Бахайте. Я кидаю. Я все. Разрывы. Гаражки. Ракеты. Я даю ракеты. Давай, стреляй. Две ракеты и разрывы, правильно? Отойди. Две ракеты и разрывы. Я дал. Не-не, три ракеты дали. Или что это забаговалось? Там ультовый, я могу пойти первый. У меня граник. Стоп. 40 хп. Сломай ее, секунду. Сломай слева гаражку. Сломал. Подъем. Скин, ты как, типа, влез? Я доступ разрывов нашел. Там солома присвоено. Тут уже какой-то есть. Серо. Покупились, ребят. Все, давай хорош. Тебе. Уходим. Так, наверх, наверное, надо. Смотри, там МВК потолок. Да. Почему не дамажится эта дверь? Здесь подъем. Дитя. Здравствуйте, ребят. Воу. Тут пусто. Так, компоненты. Воу, лют. А тут нет ничего. Серьезно? Нет, это чисто печка. Есть, да? Нету больше. Нет. Ну, там могут быть нычки, там фундамент. Окей. Запали. Металл. Ну вот и какой может быть ютуберский рейд без кирок? О, давайте, ящик серый. О, компоненты. Компоненты. Где компоненты? Снизу. Да. Это тоже будут лутовые. Вот сюда бахать надо. Найти какой-то ценный лут в этом доме у нас не получилось, потому что его просто не было. Мы вскрыли почти все лутовые. Но мы особо не расстраивались, будем честны, мы просто сделали им ремонт. Тем более, какие-то ресики мы отсюда забрали. Ну а еще к нам пришли антирейдеры. Там несколько, что будут пушить. Минус один. Я лежу, мне нужно падать. Поднимаю. Меня в пике уже? В пике типы. Их очень много, гайс, Взорвал! Найс. Чекай. Меня убили. Добили. Взорвал! Найс. Хорошо. Они с ракеты или мы? Я ему три хита, да убейте его! У меня с калашом. Это я, ты чего говоришь? Меня убили! Он тут лохп, он на одну пулю. Убил! Хорошо. У нас тип свои. Кто с калашом? Убил последнего. Забежал один. Убил. Так подождите, мы получается всех убили сейчас. Изи. Зайдя на следующий день, я планировал реализовать свой план. Отстроить машинный завод и продавать мои спорткары жителям острова. И отстроить огромнейший мост. Так, у меня есть аккумулятор, МВК-двери у меня есть. Но, что мне нужно для того, чтобы поставить... Я знаю, что мне нужно. Мне нужно идти на аутпост и покупать одну штуку модуляр-кар. Как тебе мой шедевр? А почему тут приписка без изи? Это типа отсылка. Солнечная батарея, нет, панель. Потом вот этот комбайнер. По идее, мне больше ничего не надо изучать. Не спрашивайте, почему здесь будет МВК-дверь, но она просто будет. Почти ровненько. Алло, мужик, разве это инструмент? Да. Вот это инструмент. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Давай помогу, брат. Окей, на, держи тебя. Нормальный топор. Привет. Ты кто? Здорово. Я, так сказать, кем семьи всех. Потом я решил провести электричество, химичил как мог, потом мой мозг сломался, и я решил нанять электрика. Вот так вот. Ну и наконец, мое такси было практически готово к открытию. Я даже развесил таблички. И мне оставалось преодолеть последний рубеж, чтобы пригонять тачки, а строить мост. В принципе, мост у меня готов. Можно завозить сюда уже машины. Мне кажется, этот мост реально самый раз, чтобы ездить на ту сторону за тачкой. И отсюда можно будет перегонять ее спокойно. Как вам мостик? Вообще чисто нереально. Просто седьмое чудо света. Тогда сейчас будем тачки перегонять. Не хочешь этим заняться, или ты на нефтянку? О, хочу, но пока на карго собираются, чуть попозже. А ты хочешь типа просто их искать и таскать сюда? Вон туда, мы можем 3 броневика сейчас собрать на 4 слота каждый. И потом я начал потихонечку развивать свой бизнес и пригонять машинки. Эта тачка как раз то, что мне было нужно, трехмодульная. Сейчас как раз протестим мой мостик, который я отстроил. Сразу несколько штук скрафчу, будет 3... Нет. Стоп, а чего? 2 МВК есть? Я еще одну скрафчу. Модульную. Есть. Ну, либо багажник, как она попчет. Ну, это уже офигенно выглядит. Не хватит топки, но я попробую ее перегнать по бырику. Это вообще халява получается. Просто фулл модульную тачку нашел. Братик, смотри, какую я красавицу нашел. Ты просто взгляни на нее. Вот это топчик. Это длина шоссейка, это топчик прямо. Где Фемидия? Клановая тема. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это автосалон? Да. Да, да. А почем такая машина продается? Ай, в сдельном виде. Хотел бы купить себе первый автомобиль. Но меня в целом интересует вот этот вот гелик, который стоит. Я бы, короче, вот эту бы выкупил. Вот ласточку. Ну, слушай, я могу 2 кабины поставить водителя, если хочешь. Меня интересует сама цена за машину. Ну, пусть будет 2 металла переплавленного. Мне сейчас нужен металл. Металл же сейчас очень все нужен. Будет. Ого, ого, вот это я понимаю, слушай, хорошая сделка, пойдем. Так, наверное, так сделаем, что я сейчас поеду по своим делам, вы пока ее переделаете, я потом за ней приду, хорошо? Угу, окей, пару ключей сделаю. Договорились. Все, рад был сотрудничать. У меня купили первую тачку, бизнес пошел в гору. И так как я пригонял очень много различных машин, я решил отстроить гараж.
дерево, металл. Это офигенно, чувак, это просто офигенно. Слушай, так знаешь, что мы можем сделать? Мы можем отсюда спуск вниз сделать потом, просто вниз сразу. Я бы хотел у вас купить топовую жигу, чтобы хасанить боком. Вот это, кстати, очень похоже на то, что мне нужно. Мне нужно с двумя движками, чтобы боком наваливало. И без пробуксовочек. Сейчас мы ее соберем. Давай попробуем. Я хочу сделать тест-драйв, и если меня все устраивает, типа, вот, попробуем. Так, топливо закидываю и начинаю хасанить. О, вот это то, что мне нужно. У-ху! Нормально полетели! Нормально полетели! Да, слушайте, меня устраивает этот автомобиль. Клан геймеры, которые жили возле сферы, постоянно куда-то летали на своих больших коптерах, и нас это заинтересовало. И, конечно же, мы решили сделать им сюрприз. Че, мы летим? Да. Так, мы что будем делать? Я нифига не вижу, они соплю вызвали. Попал вроде. Попал. Ты турель, кстати, сносишь сразу. Последняя? Нет, не последняя. Нет, давай. Я, наверное... И мы бахаем, но тяжело на лету. Пизда, я умер. Бич лутается. Бич лутает Берду. Сзади. Окей. Возле пальмы. Ой, минус. Хорошо. Минус корову. Корову. Да, одну. Давай еще. Уходите на остров, уходите на остров. Давай подождем их. Надо подождать и убить. Улетай, улетай, сделай вид, что мы улетаем. Он летит, смотри, на коптере, нет? Сбейшь? Нам. Или что? Что, давай? Она за печкой? Да, вон он стоит. Не, когда не целишься, вообще не летит ракета. Ты не попал, попал, он сгорел. А у нас джаггер, все нормально. О, я кого-то взорвал! Хорош, хорош. Давай. Чувак, догоняй. Лети за ней, насрать, лети за ней. Не, вам ехать. Помогите, на сфере люди. Налево повернись налево, я их взорву на. Сейчас, давай. А, нет, лети направо. К сфере лети. Лети к хате. Мы можем просто быстро пролететь и взорвать ее, наверное. Давай. Я вижу топсетом, но все окей. Только супер быстро не... Минус! Я взорвал его! Я его взорвал, ребят, лутайте его! Корову. Корову, давай чизи. Улетаем! Корову. Минус! Я умер, но лутайте. С кем ты там, да? Клан геймерам не особо понравилось то, что мы уничтожили у них целых две коровы. И они обиделись и вышли за нами. Мне стреляют. Едь на нас, готов? Их четверо. Мужик, он в тачке был. Тебя пушит. Две коровы дал ему. Тут четверо. Да, я видел еще стак дальше. Ну, я в говне, не мешаю. Это типы с верхнего дома? Он меня пробежал. Он меня не заметил! Я в кустах сижу, он меня не заметил. Господи, кто это? Я их не трогаю, у меня хп нет. Ну да, какой смысл? Он меня уперся и дальше побежал. Я байтил эту клонину как мог. Я прям хотел, чтобы они пришли нас рейдить. Минус. У него сера. Где калаш? Я тикаю. Он выходит. Их двое выходят, они у меня убегают! Я тикаю отсюда! И сколько бы я их не байтил, они нас рейдить так и не пришли.
И именно поэтому мы отфармили огромное количество ракет, потому что мы знали, что либо они нас, либо мы их. Кексик, ты взяла ракеты? Да, я взяла. Брюшка, ты взяла ракеты? Да, надо сделать, кисик. На, тогда еще по три. На, шарик. Дайте мне. Три. Что надо сделать? Еще там. Все, я заберу. А, на, Стич, забери. Стич, забери. Что-то мы загрузили. Сейчас, если нас куда со скоростной ёмнет, я вообще рну. Я надеюсь, все готовы. У нас, если что, еще три ящика сыра есть. Все, понял. Вы слышите, они только что... Нет, подожди, я сейчас забью. А, мы реально на рынке? Работает МВД. Угу. Шарк очень миленький. Или кто это был? Кисик? Да, я сейчас самый первый. Время проверок. А две ракеты будут. Две ракеты. Я кину. Дальше. Что, дальше курим просто. Тролли. Все. У кого ракет закончились, отходите в крейс. Что-то в волчанке вообще не кайф. Обвалилось. Сейчас турели откроются и нам это. Куда? Давай вкрой? Справа. Справа. Надо сходить. Ступень рухнула, которую ставили, да? Поставил. Угу. А, сколько хп? 900. Добахиваем вот сюда. Пейте МВК еще. Так, надо разойтись и всем сесть. Тут лута, мужики, по кругу много. Угу. Может, гараж? Аккуратно гантрапа. Что мы бахаем? В стенке. Давай в перекрестие, пофиг. Добивайте стенку лево. У них все было в МВК. Давайте вверх биться, там где гараж. Меня убили. Улица. Ребят, тысяча пороха откуда-то выпало на полу валялось. И оказывается, пока мы рейдили, эта клонина где-то фармила. И как только они услышали взрывы, они заспавнились дома. Харан, слезьте оттуда. Меня убили. Он меня сверху постреляли. Сверху. Убил. Все, надо взрывать гаражку, отойдите отсюда. Давай. Мы с Шарком взрываем проем вверх. Давайте. Взрывай. Все, они онлайн, гайз. О, были дымки, можете закинуть куда-то? Нас тут хорошо. Были, да. Слева наверху. 14 хп, разрыва есть? Нету. Нет. Центральную, вверх посередине, чтобы давай, все коцало. Он сам себя убил с ракеты? А, нет. Одну дай. В центральную вверх. А кто с ракеты стрелял наверх сейчас? Я. Пока пошел. Аккуратно кто-то чекнулся. Я не знаю, стоп. Нет, я не дамажу. Тут очень большой крик, нужно бить, наверное, вперед. Давай, пойду по чеке зайди. Я убил его. Просто вперед, да? Так же в центр даем. Да. Давай в центр. Убил! Вака, отходи. Шарк. Я... Тут все открыто. Давай, да, мейн вот здесь. Меня убили. Я понял, еще одна, да? Шума догрузи. Уходите. Погнали. Мы забились. Я трубы забираю. Плюс 2, плюс 3, не знаю, бежите с нами. Да. Дамажу да, кого-то. Вот. Меня убили в лутовой, гайз. Наверху? Да. Он закрыл дверь, меня можно еще поднять. Я тоже лежу. Я тебя поднимаю. Лестницу сломали, не залезьте же, лестницу сломали. Я поднимаю тебя. Раз. Наверх. У меня ладерки есть. Азель, ты там лутовой, да? Мне одеться надо. Я контрю. Я умер. Лутай меня. Нас убили. И в живых мы остались только вдвоем. Половина ребят отнесли основной лутецкий, но мы все равно пытались отстоять этот дом. И, к сожалению, мы оказались в заперти. Чтоб они, ну, в общем, где меня типа убили. Можно законтролить вниз? Чисто. Да, я контрю. Хорошо. Я контрю. Ребята, не застрял. Убил одного. Убил. Застрял, убил. Еще одного убил. Наверху! Меня убили. Тип с РПГ, их очень много. Ты в порядке сейчас? Спрыгнул вниз. Он застраиваться идет. Двое наверху, из контря также. Убил внизу. Блять, меня убили. Пробуйте добежать как-то сюда.
Кто-то видел шприцы в мейне? По мне турели стреляют. Они открыли турели. А, у меня 19 хп. Че, все там умерли или нет еще? Двое живы. Я вас как бы жду здесь. Убил типа. Хорош. Под забором. Хорош. Нет. Че, нам надо просто потерпеть, Минут 10. Просто потерпеть. 10 минут не вывезем. У нас минут максимум. Я забор сжигаю, если что. Типы! Убил типа еще! Хорош! Помогите, блядь! Я иду! Я здесь! Умираю! Убил! Ты умер? Я умер, нахуй. Убил еще! Чист теперь, блядь! Тихо, тихо, тихо! Я в говне! Он дверь закрыл. А как? Фулгир с ракетницей убегает вот из территории. Я вижу его. Все, сносим ее. У меня миллиард компонентов. Какую стенку выбивать? А мы выбили уже, все. Я могу выбежать с ресурсами. Давай, я побежал, я побежал. Кто-нибудь засейвите вот это вот, возьмите у меня. Срочно. Мы заходим. Накидай пушек, если есть. Да бомжары какие-нибудь ко мне, Стич, иди сюда. Да. Иди сюда. Я убил. Я за тебя. Меня убили с ракеты. Они уже пик сидят. Вышли уже. Чизи, просто беги. Там в антираде тип. Побежали. С этого рейда мы поимели огромное количество ресурсов, уничтожили шкаф, а так как там были мультишкафы, восстановить этот дом было бы совсем непросто. По факту, в этой войне мы победили. Но у нас оставались ресурсики, которые мы могли бы потратить еще на одних соседей. Они же справа где-то вот здесь на берегу жили, помнишь, стишка-кидальщики? Да. То есть левый дом зарейдили, а они справа, по сути. А вот стрелки есть. Два типа. О, отлично. Навака. Меня положили, господи. Не лутайте, я залутаю себя. Грузим в стену или как? Не сейчас ждем. Трясек. Волк лайму. Давайте бахнем первые стенки, первый слой. Давай, я стрельну, Ивака. Давай. 2 секунды, ребят. Окей. Добейте патронами. Давай, раз, два, три. Крышу лезет. Вон, смотри, подстрели, дайте. Поднимается, дверь открылась. Взорвал. Ой, его убили, тут там насмерть. Влево скидываем. Иди сюда, почекай. Там... Мы можем шкаф поставить. Чуваки, нас зарейдили вот буквально несколько часов назад. Ну, а теперь вас еще раз зарейдили. Давайте. Чизи, тебя тут зовут. Говорят, их только зарейдили. После того, как мы вынесли большие кланы, на наш остров больше никто не нападал. И нам стало скучно играть на этом сервере. Поэтому мы решили закончить этот вайб. И вообще хотел бы сказать огромное спасибо всем ребятам, которые участвовали в создании острова. Они сейчас должны появиться на экране. И ссылочки на всех этих ребят я оставлю в описании, передавайте им привет. Ну и надеюсь, вам, мои зрители, данный контент понравился и вы оставили свой комментарий. И кстати, если вам понравился остров, я оставлю все видосики с этого острова с других каналов. Обязательно посмотрите. Ну а теперь всем спасибо огромное за просмотр и всем пока.